У главы администрации новый заместитель. С пятницы к своим обязанностям приступил Андрей Степанов, бывший начальник управления имуществом Ивановской области. В прошлом году он покинул региональное правительство и отправился работать в Москву. Видимо, в столице что-то не задалось, и в новой должности Андрей Степанов возвращается в строй ивановских чиновников. Новый заместитель будет курировать работу городского транспорта, вопросы наружной рекламы и комитет по управлению муниципальным имуществом. Александр Кузьмичев уже переадресовал новому заму поручение губернатора – ликвидировать к концу года очередь из многодетных семей на получение земельных участков. Напомним, семей, желающих получить свой надел в областном центре, насчитывается более 1000. Поставлена задача до конца года решить вопрос по предоставлению и ликвидации очереди многодетных семей и выделению им земельных участков. Поэтому, соответственно, используя опыт, значит, Андрей Валерьевич, вот он приглашен на эту работу, будет заниматься как раз решением задачи в комплексе, в том числе и выделением земельных участков для семей, имеющих 3 и более детей.